все театры отличаются. Даже все самарские театры отличаются друг от друга. И на мой взгляд, наш театр отличается уникальным чувством юмора. Мне кажется, Евгений Борисович привил нам свое уникальное чувство юмора, и даже как-то выбирая всех артистов, всю труппу создает таких, которые любят и пошутить, которые такие очень свободные на сцене. И вот юмор, конечно, мне кажется, это отличительная черта именно вот как раз нашего театра. Потому что какую бы сложную пьесу мы ни ставили, как бы долго мы ни репетировали, там, мы иногда репетируем почти целый год, а все равно это всегда с юмором, и репетиции, и сами спектакли. Это, наверное, то, что отличает нас от других театров. Мне так кажется. Но я понимаю людей, которые ходят в театр как зритель. Я-то хожу туда не как зритель. Вообще очень редко хожу как зритель туда. Я отхожу на работу. Но меня, не знаю, но для меня театр – это способ познания мира, наверное. Я хожу в театр, чтобы узнать себя и узнать других как-то так. Через пьесы, через монологи, через реакцию зрителей, через каждый свой спектакль, как я его прожила. Ну, мне кажется, это сложная тема, но вот для меня это вот так. Я познаю себя, ну и не только себя, и других через театр.